когда ребенок в 3 года пришел, он делает вот, он делает все, с 4 лет мы уже выворачиваем ножки от бедра. Малая сцена Самарского театра оперы и балета превратилась в хореографический зал. Мастер-класс проводит лично народная артистка России Илза Лиепа. Внимание к деталям. Каждое движение показывает и объясняет скрупулезно, чтобы у участников семинара не осталось вопросов. Такие занятия – один из этапов масштабного проекта «Волжские сезоны». Он стартовал в областном центре впервые. Танец – это наше национальное достояние. Как это произошло в конце 19-го, начале 20 века, когда мы достигли невероятной высоты в области балета. Теперь хочется все это собрать, хочется очень найти нашу национальную идентичность. И без любительского творчества, без того, чтобы наша молодежь была увлечена танцем, на этой почве, именно почве любительского танцевального творчества, мы вырастем и удержим ту непревзойденную планку. Волжские сезоны рассчитаны на 3 года. В 2019-м акцент на работе с педагогами детских и юношеских коллективов. 150 преподавателей со всего региона встали у хореографических станков, снова в качестве учеников. Секретами мастерства с ними делятся мэтры. Помимо Илзы, балетмейстер Елена Богданович и экс-солистка Большого Елена Андриенко. Мастер-класс проходит как теоретически, так и практически. Преподают очень доступно, очень понятно для любого уровня хореографа, я думаю. Подобную инициативу фонда Илзы Лиепа уже поддержали в Екатеринбурге. Там проходят уральские сезоны. А теперь проект встречают на самарской земле. Содействие в его реализации оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идет разговор о создании у нас в Самарской области филиала фонда Илзы Лиепа, который, на наш взгляд, должен стать определенной точкой притяжения, инициатором различных проектов, связанных с объединением наших танцевальных коллективов и созданием такого серьезного танцевального движения в Самарской области. Завершится фестиваль в четверг, 7 марта, показом гала-спектакля «Князь Владимир». В нем задействованы лучшие коллективы, которые стали золотыми лауреатами всероссийского конкурса «Весна священна». Среди них и Самарский музыкальный театр «Задумка». Мария Акимова, Александр Каракулько. Новости губернии.